Друзья, сейчас самое, наверное, романтичное, может быть, даже грустное, но главное, самое задумчивое время года – это осень. И если у вас еще светит солнце, зеленая трава и, можно сказать, все еще лето, то у нас она полным ходом. Даже уже практически передает свои полномочия зиме. Но, тем не менее, это прекрасное время года, которое служило музой для многих поэтов и композиторов, мне бы хотелось прямо сейчас воспеть маленькой песни. С вашего позволения, конечно. Падают листья, падают.